Сотрудники крупнейших компаний Свердловской области встретились в Первоуральске. На одном из металлургических предприятий специалисты по управлению персоналом обсуждали вовлеченность сотрудников в работу, развитие организаций и промышленности в регионе. Подробнее в сюжете. Как привлечь в ряды сотрудников молодежь и заинтересовать трудовой коллектив в профессиональном развитии? Это одни из главных тем выездного заседания Комитета по социальному партнерству Регионального союза промышленников и предпринимателей, которое проходит на площадке Первоуральского новотрубного завода ТМК. Одним из инициаторов проведения встречи в Первоуральске выступил корпоративный университет ТМК-ТУЮ. Вовлеченность персонала напрямую влияет на бизнес-показатели предприятий. Поэтому, когда мы находим лучшие практики, решаем кейсы, обсуждаем какие-то вопросы, как можно измерить результативность вовлеченности. Это ведь очень важно. Металлурги заинтересованы в диалоге с представителями крупнейших компаний Свердловской области, рассказывают на Первоуральском предприятии. Обмен лучшими практиками – это новая точка в развитии для всех участвующих сторон. Все работаем на одну задачу – это как раз стабильность в экономике, стабильность во всех трудовых коллективах, которые у нас есть на территории региона. Задача Союза, как общественной организации, в которой входит порядка более чем 450 предприятий Свердловской области, конечно же, это предоставление некой такой площадки для обсуждения насущных проблем, которые есть у предприятий. Мы с коллегами обсудили важные вопросы, касающиеся вовлеченности персонала, оценки персонала, программы обучения. Сделали мы это все совместно с нашим корпоративным университетом. Представили программы, в которых мы, как завод, принимаем самое активное участие. Помимо обмена лучшими решениями, участники встречи практикуют навыки ведения переговоров, а после отправляются на экскурсию в финишный центр по производству труб нефтяного ассортамента, чтобы погрузиться во внутреннюю культуру предприятия и ознакомиться с производственным процессом. Увидеть, как организовано это производство, посмотреть некие механизмы, как это происходит, увидеть лица реальных рабочих, реальных сотрудников подразделений. Это, конечно, интересно. Теперь можно будет этой информацией, наблюдениями поделиться со своими коллегами. В каких-то моментах, может быть, даже приводить в пример ваше подразделение, ваше предприятие, как у вас организовано то или иное направление. Итогом встречи стало решение создать единую платформу для обмена новыми решениями вопросов в сфере управления персоналом, куда каждый участник сможет обратиться за помощью или консультацией. Екатерина Сердитых, Андрей Волков, новости Первоуральск.